Мы учим наших детей, что даже горы носят шапки, что нужно хорошо кушать, чтобы быть сильным, как медведь, и что нужно пить только полезную воду. Легенда жизни детская. Большое внимание для самых маленьких. Друзья, ну еще раз всем добрый день для всех тех, кто только что подошел. Сегодня барнаульская водяная компания «Легенда жизни» презентует новый продукт «Легенда жизни спорт». Друзья, сегодня будет разыгран главный приз – спортивный велосипед. На каждой вашей бутылочке есть номер, есть порядковый номер. Чуть позже мы разыграем очень много подарков и самый главный приз. В течение праздника вы можете сделать фотографию в Инстаграм с бутылочкой «Легенда жизни спорт» с фирменным хэштегом «Легенда нижнее подчеркивание спорт». И также можете выиграть много очень супер подарков. Вот, совсем скоро мы начинаем. Можно фотографироваться, выставлять фотографии в Инстаграм. Человек, который набирает максимальное количество лайков, получает главный подарок – терморюкзачок и целая упаковка воды «Легенда жизни спорт». We'll be right back.
Друзья, ну что ж, мы начинаем и начинает нашу презентацию Евгений Голошубов и Анастасия Ельчищева. Комплекс упражнений с фирменными бутылочками «Легенда жизни спорт». Давайте аплодисментами поддержим! Чуть громче, Никит. Меня. Да, хорошо, ребят, давайте аплодисментами еще поддержим. Может быть, кто-то захочет присоединиться. Первый, кто прямо сейчас присоединится, получит упаковку воды «Легенда жизни спорт» бесплатно. Это шутка. В смысле, это не шутка. Давай, 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 давай. Пойдем к нам, пойдем, 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 пойдем. Тем более ты в цвете, пойдем. Вы, да, давайте. Бутылочки. Вот есть. Всякие разные люди приходят к нам на презентацию, люди из зоопарка сегодня здесь.
Александр, аплодисменты, да? 54 номер и 27. 27 мы умножаем на 2. 16. А, 54, ну просто 16 номер сегодня должен победить. Кто еще сегодня здесь? Артем Николаевич Сенгач. Аплодисменты давайте подарим. Еще кто сегодня здесь? И производственно-технической лаборатории Барнаульской водяной компании «Легенда жизни» Иван Фадин. Аплодисменты. Друзья, давайте все вместе поднимем руку, хотя вас не видно, ладно? Вот так видно. Ну что ж, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Рада видеть вас на презентации нашего нового продукта. Он нам очень дорог, и с удовольствием расскажем вам о нем. Последние несколько лет в нашей стране, вопреки всему, развивается очень интересный и полезный тренд. Все больше людей отказываются от вредных привычек. Мы начинаем заниматься спортом, ходим в фитнес-залы и переходим на здоровое питание. Барнаульская водяная компания активно поддерживает этот тренд. Специально для всех спортсменов, для любителей фитнеса и просто любителей активного образа жизни мы разработали наш новый продукт «Легенда жизни спорт». В чем же его фишка? В идеальной концентрации таких макроэлементов, как кальций, магний и калий. Вы, конечно же, знаете, что эти макроэлементы просто необходимы нам во время тренировок и после тренировок. И вода «Легенда жизни», она учитывает потребности организма спортсмена и поэтому помогает нам с вами после тренировок быстро восстановиться, восполнить дефицит калия, магния, кальция, прекрасно утоляет жажду и повышает нашу выносливость и работоспособность. Но как же вообще эта формула у нас могла появиться? Я предоставлю слово нашему Ивану, который вам расскажет об особенностях и о том, как рождался этот продукт. Всем здравствуйте. Я, конечно, не буду вам химический курс внедрять. Как же появилась у нас эта формула, как появилась наша вода? Мы в течение полутора лет изучали, искали эту идеальную формулу, именно это соотношение. Мы изучили огромное количество российских зарубежных научных трудов, рекомендации ВОЗ, проводили внутрилабораторные какие-то исследования. И собрав все эти знания воедино, собрав весь тот 17-летний опыт производства питьевой воды, у нас и родилась та идеальная формула, тот идеальный состав питьевой воды для спорта. Таким образом, концентрация и соотношение кальция, калия и магния в питьевой воде «Легенда жизни спорт» максимально удовлетворяет потребностям организма во время стресса и готовит наш организм к новым нагрузкам. Зачем же нужен каждый элемент? Кальций у нас стимулирует мышцы. Магний расслабляет мускулатуру, расширяет сосуды, а калий стимулирует работу сердца. Также калий участвует в передаче нервных импульсов мышцам. И в целом все эти макроэлементы уменьшают последствия стресса, уменьшают физические нагрузки и готовят наш организм именно к новым победам, к новым свершениям. Также селен, который также находится, он содержится в каждой бутылочке «Легенды жизни спорт», природный антиоксидант. И также благоприятно влияет организм, особенно при интенсивных нагрузках. И я вам гарантирую, если мы используем научный подход, используем технологию, точную технологию производства, в каждой бутылочке, которая у вас находится в руках, содержание кальция, магния и калия находится в тех пропорциях, которые нужны вашему организму. Спасибо. Давайте подарим аплодисменты. Вань, ты справился? Ты справился? Я вот стоял, просто слушал, и я все понял. Последние слова прям вот по-настоящему в точку. Друзья, мы продолжаем. Есть люди, которые тестировали воду «Легенда жизни спорт» на протяжении недели, дегустировали.
Да, и это директор сети фитнес-клубов К2 Спорт Евгений Голошубов. Аплодисменты. Евгений, подождите. Евгений, ну, я слежу за вашим Инстаграм. Да? Ну, конечно. Потому что я всегда слежу за теми людьми, которые немножко похожи на меня. Вот, как бы... Я смотрю, кто-то фотки сохраняет постоянно мои. Никто не сохраняет. Вот, и я видел, что буквально неделю назад еще не было вот такой вот потрясающей формы. Неужели это она? Она. Я не про воду сейчас. Друзья мои, Евгений Голошубов, давайте аплодисменты подарим. Несколько слов. Вы неделю дегустировали легенду жизни спорт. Как? Пожалуйста. Ну, на самом деле, не я один ее дегустировал. Мне привезли несколько коробок. Сказали, сам попробуй, друзьям дай, родственникам, родителям, всем остальным. В общем, клиенты тоже пили эту воду. Конечно, все, что сейчас говорят, достаточно сложно сразу проверить. Там селен, магний, кальций и все остальное. Что могу сказать и я про эту воду? Во-первых, ее очень удобно носить. То есть с того момента, как мне принесли эту воду, я практически постоянно с ней хожу. Во-вторых, объем бутылки. Да? Вот, есть бутылка 0,33. Ее постоянно выпьешь за первые 15 минут, потом ходишь, забираешь еще воду, потом еще надо купить и так далее. 0,5 бутылки тоже не всем хватает. А вот 0,7 как раз то, что специально, я думаю, просчитывали, да, хватает на всю тренировку. На час, на полтора, то есть вот этот объем, он как для мальчика, так и для девочки. У девочки немножко останется, мальчик выпьет все. Очень важно... В воде, когда ее пьешь, чтобы не было никаких привкусов. Вот у этой воды реально нету привкуса. Вот она реально вода. То, что как раз ничего не мешает в этом составе, поэтому сразу утоляет жажду. Действительно утоляет жажду. Ну и самая клевая фишка, которая мне понравилась в этой воде. Вот посмотрите. Это реально бомба. Объясняю почему. Чаще всего открываешь бутылку, и весь тренажер в воде, ты сам весь в капельках, и тут ты не можешь понять, то ли ты из туалета вышел, да, то ли ты действительно воду открыл. А вот эта вот штуковина, вот этот клапан, он действительно помогает на тренировке, потому что чаще всего ты подходишь к бутылке, у тебя трясутся руки, да, после там жима штанги, приседаний и так далее. А вот здесь вода не польется, пока ты не нажмешь на бутылку. То есть это вот так примерно происходит. И он опять закрывается, этот клапан. Поэтому, что могу сказать? Я попробовал много воды за свою тренировочную практику. Вот эта штуковина, действительно, вот я ее отмечаю. Моим знаком качества она проверена. Евгений, ну вы покажете нам, как нужно правильно заниматься спортом? Может быть, к нам многие присоединятся? Функциональная тренировка прямо сейчас от К2 Спорт. Под аплодисменты, пожалуйста. Я предлагаю всем поучаствовать, сотрудникам «Легенды жизни» и вообще всем тем, кто сегодня пришел. И сотрудникам К2 Спорт, да, да. Я думаю, Артем Николаевич Сенгач тоже не против будет. Да, мы будем внимательно следить за выполнением ваших упражнений. И самому лучшему, самому интересному мы вручим подарок. Мы вручим подарок. 16 тонн воды «Легенда жизни спорт». Пока что, вы знаете, я очень наблюдательный парень. Пока что... Все хорошо. У меня единственный вопрос. Почему вы к народу? Да. А, здесь же зеркало. У
Ох уж эти девчонки из «Легенды жизни». Жизнерадостные. Держитесь, осталось 17 минут. Ну а я напоминаю, что мы сегодня разыграем главный приз – спортивный велосипед Stern Motion. А также множество разных подарков от водяной компании «Легенда жизни». А также сертификат от фитнес-клуба К2 Спорт на месяц занятия фитнесом. А ведущему пообещали на полгода бесплатно. Все больше и больше сотрудников барнаульской водяной компании «Легенда жизни» присоединяются к флешмобу, потому что это очень спортивная компания, и уже 5 сотрудников сдали нормы ГТО, все на 5, на отлично, золотые значки. Своя футбольная команда, также «Легенда» премьер-лига Алтайского края по мини-футболу, и в 2017 году стали первыми в Ленинском районе, и это очень здорово. Спортивная компания за здоровый образ жизни. Ну что ж, давайте еще чуть-чуть, я думаю, достаточно будет. 2 часа еще, да? У кого-то уже пустые бутылочки просто в руках. Пять, 4, 3, 2, 1. Аплодисменты давайте подарим всем. Всем молодцы. Вы знаете, я наблюдал. Анастасия, я наблюдал за всеми. И мне понравилось. Мне понравилось. Но я думаю, мы все выделили молодого человека, который не просто это делал очень интересно и классно. Во-первых, у него две... отличительные черты. Он в фирменном цвете «Легенда жизни». И он любит Россию. Давайте аплодисменты подарим молодому человеку. Выходите к нам сюда. Выходите к нам сюда.
Как вас зовут? Владимир. И у него лучшее имя для России, понимаете? Аплодисменты Владимиру. Владимир, как долго вы ходите сюда, в К2-спорт? Полгода. Полгода? А вот за полгода сколько раз ходили? Ну, раз 20. Раз 20? А правду теперь? 7. Аплодисменты Владимиру, он получает фирменный терморюкзак и легенду жизни спорта. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Я напоминаю, что совсем скоро состоится розыгрыш спортивного велосипеда, сертификат на месяц занятий в К2-спорт, а также, друзья мои, еще очень-очень много подарков от барнаульской водяной компании «Легенда жизни». Ну а прямо сейчас небольшой мастер-класс от Анастасии Ельчищевой. А где же она у нас? А где же у нас Анастасия? А, это был мастер-класс, да? Вы просто сказали, мы бы сориентировались. Друзья, я предлагаю уже немного разыграть тогда фирменных подарков. И уже совсем скоро будет разыгран главный приз. Пожалуйста, можно нам лототрон? Лототрон и... Да. Давайте посмотрим на ваши номера на бутылочках. Давайте. Давайте. Да, у меня счастливая рука. Ну, это мой номер, спасибо большое. Друзья мои, это очень интересный номер. Вы знаете, в школе иногда учатся на пятерке, а иногда все хорошо просто, вот как бы. Номер 4. Есть люди с номером 4? Аплодисменты. Как вас зовут? Мария. Мария? Это мое любимое имя. Мария пришла сегодня первая к нам сюда на презентацию. Это очень символично. Аплодисменты Марии. Мария, вы также получаете... фирменную водичку и фирменный рюкзачок барнаульской водяной компании «Легенда жизни». Спасибо большое, присаживайтесь. Да, еще, давайте. Номер 54. Номер 54. Он просто не слышит. Номер 54. Александр. Давайте ему аплодисменты подарим. Саш, номер 54. Держи. Я знаю, что ты тоже занимаешься спортом. Молодец. Пожалуйста. Да, давайте еще один. Сейчас, если это будет 27, будет очень интересно. Номер 21. 21. Как вас зовут? Павлу аплодисменты давайте подарим. Счастливый номер. Спасибо большое. Друзья, ну что ж, совсем скоро еще разыграем, а прямо сейчас небольшой такой шуточный интерактив. Мне нужно 3 человека, можно 4. Выходите к нам, пожалуйста, да. Да, нужен Владимир, Игорь, Глеб и Ольга. Выходите, пожалуйста, давайте, не стесняйтесь. Я Глеб. Значит, смотрите, все очень просто. Все очень просто. Давайте вот сюда отойдем. Да, кто первый добежит и выпьет все 6 бутылочек. Все, тот и побеждает, собственно, и... Съесть?
Да, друзья мои, упаковка тоже съедобная, это тоже плюс. Шучу. Нет, вам нужно просто, все очень просто, все очень предельно просто, нужно угадать, сколько шагов до водички. Ваша, конечно, пятка-носок, да, просто, вот сколько шагов, как вы думаете? 20. 20? Да ну, подумайте. А какой у вас размер? Ну, если вы хотите подарить мне туфельки, то тогда 38, и кроссовки 38,5. То есть стопа у меня 25 сантиметров. Зимняя обувь 42. Ну, конечно, там же носочки. Там же носочки, все потеплее. Ну, а сколько, 20? Да. Давайте попробуем, пожалуйста. Давайте аплодисментами поддержим, поехали. А уже считал кто-то, нет? 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 14, 15, 16. Аплодисменты. Возможно, вы будете максимально близко. Как вас зовут? Андрей. Андрей? Хорошее имя. Пойдемте, Андрей. Сколько шагов? Андрей. 15. Андрей, подождите. У вас не 38. У вас не 38. У вас не 38 размер. Сколько шагов? Да. 13. Поехали вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Владимир, вы победили. Андрей, ну забирайте аплодисменты, давайте подарим Андрею, угадал по-настоящему. Андрей, ну это же еще не все. Фирменный терморюкзак, друзья мои, водичку там можно прям охладить. Ну и Владимиру мы тоже дарим еще один терморюкзак. Ну человек выходил, участвовал, конечно. Владимир, держите. Здесь можно хранить картошку, и все, там все прям нормально. Ну что ж, предлагаю вновь разыграть теперь уже сертификат на месячное посещение фитнес-клуба К2 Спорт. Вот такой сертификат подарочный. С 21.04.18 по 21.07.19. Да шучу, 18.18. Итак, первая циферка 5. Есть у кого-то циферка 5? Поднимите руку. Нет, первая циферка 5, подождите, там их две. А вторая циферка... Ну, опять же, учатся на пятерке, на четверке, на тройке, и совсем плохо вообще. Когда ставят просто 2 и все. 52! Кто? Аплодисменты! Ну! Да! Выходи к нам сюда! Как тебя зовут? Светлана, вы здесь, в К2 Спорт занимаетесь, да? Только сегодня абонемент взяли? Сдайте. Шучу. Вы можете этот сертификат подарить кому-нибудь. Есть у вас кому? Подарить. Есть? Может быть, это просто посторонний человек, который пригласил вас участвовать в розыгрыше. Аплодисменты Светлане, спасибо большое. Продолжаем разыгрывать шикарную водичку «Легенда жизни спорт». А сколько мы еще можем разыграть? Пока крылки. Номер 16. Аплодисменты. Номер 16. У вас правда номер 16? Как вас зовут? Иван. Ну, я вижу, уже давно занимаетесь, да? Продолжайте. Продолжайте вместе с легендой жизни спорта. Аплодисменты Ивану.
номер 8. Аплодисменты, аплодисменты. Как вас зовут? Игорь. Игорь, ну, видно, вы тоже давно ходите. Спортивное, подтянутое тело, улыбка, прическа, все хорошо. Аплодисменты Игорю, пожалуйста. Друзья, прежде чем разыграть главный приз, я предлагаю поаплодировать всем присутствующим, которые сегодня были здесь вместе с нами на презентации нового продукта от барнаульской водяной компании «Легенда жизни». Друзья, у кого уже есть велосипед? Можно встать, выйти и все просто. У кого есть автомобиль? Есть автомобиль? Nissan. Очень важно, чтобы был Nissan. Пора менять, Александр. Пора менять что-то. Итак, друзья мои, вот я предлагаю, чтобы, ну вот даже не я вынимал эту крышечку. У вас? Ну просто она большая, блин. Да, друзья мои, директор по развитию барнаульской водяной компании «Легенда жизни» Наталья Бобина. Чтобы было честно. Конечно, если сейчас выиграет кто-нибудь. Нет. Я просто два дня готовился, чтобы сказать: велосипед получает! А, ну вы же директор по развитию, конечно. Зачем вы показываете возраст ведущего? Наталья, ну давайте вместе. Фирменный спортивный велосипед получает участник с номером 41. Давайте громче аплодисменты! Да! Как вас зовут? Галина. Галина, как долго вы занимаетесь спортом? Полгода. Ну, скажите несколько слов, как? Как это вот сегодня прийти на тренировку и получить спортивный велосипед за 16 тысяч бутылок воды? Вообще неожиданно, очень круто. Первый раз в жизни выигрываю что-нибудь. Да? Нет, ну если вам не нравится, вы можете отдать. А вы можете вот прямо вот здесь и прокатиться немного? Давайте поддержим аплодисментами. Господи, слезы на глазах Владимира. Как же так? Я не выиграл велосипед. Можно нам громче музыку, аплодисменты всего зала. Победитель! Победитель, друзья мои! Да, это педали ими. Давайте аплодисментами поддержим. Друзья мои, ну а я хочу сказать, занимайтесь спортом. Пейте правильную воду, друзья мои. Легенда жизни – спорт. Формула воды специально для спорта, друзья мои. Занимайтесь, это очень здорово. И также, для тех, кто хотел бы уже сегодня заключить договор на поставку «Легенда жизни – спорт», можно подойти к менеджеру Светлане. Где у нас Светлана? Это вы? Да ладно. И что, прямо сейчас можно? Вот, да? Я просто хочу заключить договор, чтобы мне домой привозили... Именно вы, да. С 9 вечера до 12. Друзья, мы можно подойти к Светлане, и первые 5 заключивших договоренность о поставке получат подарок от «Легенды жизни». Друзья мои, аплодисменты еще раз, друзья мои. Сегодня, 21 апреля, состоялась презентация нового продукта «Легенда жизни. Спорт».
Барнаульской водяной компании. Вам спасибо большое и до скорых встреч. И хороших результатов. Спасибо большое. Можно сфотографироваться, сделать памятные фотографии. Друзья, не расходитесь, не расходитесь. Мы забыли подвести итог Инстаграм конкурса. Посмотрите, сколько лайков вы набрали. Посмотрите, сколько лайков вы набрали. Говорите их прямо сейчас, выходите. Сколько? Двадцать семь, еще. 135. 27, 135. 15, классно. У вас тоже 15? Хорошо. Пока что 135, это лидер. Лидер, 135, лидер. 135. Артем, сколько у вас лайков? А, вы не участвуете. Нужно, чтобы собрать лайк, нужно зарегистрироваться в Инстаграм, Артем. 135. Раз, 135. Два, 135. Три. Аплодисменты давайте подарим победителю. Друзья мои, ну если в течение недели, месяца вы будете выкладывать фотографии в Инстаграм с легендой жизни спорт. Не, никаких подарков не будет. Просто у вас будет хорошее настроение, и все будет хорошо. Всем хорошего дня, хорошего настроения, друзья мои. До скорых встреч, я думаю, еще увидимся. Да, можно сфотографироваться с велосипедом и сказать, что именно вы выиграли этот велосипед. Давайте еще вот так вот скажите, вот этот велосипед я выиграла, этот парень...